подготовить победительниц, призеров, чемпионки России для награждения. Техническому контролеру вывести призеров соревнований. Марш, маэстро! Пьедестала почета. Лучшие спортсменки страны весовой категории 58 килограмм. Победители и призеры первенства в отдельных упражнениях и в сумме двоеборья. Третье место. Бронзовая награда. В рывке с результатом 89 килограмм. Кристина Соболь, Ростовская область, Санкт-Петербург, город Сальск. Награждение проводят заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Борис Селицкий. Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира Геннадий Бессонов. Заслуженный мастер спорта Советского Союза, чемпион мира Виктор Солодов. На втором месте с результатом 91 килограмм Ольга Сибетова. Мастер спорта международного класса, город Москва, Нижегородская область. Победительницей в первом упражнении с результатом 91 килограмм мастер спорта Надежда Ломова, Великий Новгород.
Второе упражнение. Толчок. Третье место и бронзовая награда. С результатом 106 килограмм Елена Биршкис, мастер спорта международного класса Новосибирска и Кемеровска, город Новосибирск. Второе место. Серебряная медаль. С результатом 113 килограмм. Мастер спорта международного класса Ольга Сибетова. Москва, Нижегородская область. Первое место, золотая медаль, с результатом 116 килограмм, Надежда Ломова, Великий Новгород. В сумме двоеборья с результатом 192 килограмма бронзовая награда у Елены Биршкис, мастера спорта международного класса из Кемеровской Новосибирской областей. Второе место и серебряная награда с суммой двоеборья 204 килограмма. Мастер спорта международного класса Ольга Сибетова. Сумма двоеборья 207 килограмм. Золотая медаль. Чемпионка страны 2012 года весовой категории 58 килограмм. Впервые выполнив норматив мастера спорта международного класса Надежда Ломова. Город Великий Новгород. На пьедестал почета приглашается тренер победительницы, чемпионки страны Владимир Семенов. Господин Великий Новгород.